я сейчас знакомлюсь с университетом на адаптационном лагере, и пока что мне очень нравится то, что можно познакомиться с людьми, с университетом еще до учебы. Ну, мне понравился квест, который организовали, это было очень весело, мы все подружились, узнали друг друга. Старшекурсники вообще отзывчивые, веселые очень. Мне понравилось больше всего знакомство с руководителем факультета. Я не знала, где кабинеты, где что находится, нам это все рассказали, показали. Это прям помогает иностранным студентам. Мы тут нашли своих и подружились. Прям ощущение вау. Эти два дня было крайне много эмоций, потому что после школьной жизни вливаться во весь этот движ – это максимально приятно, я не знаю, необычно. Мы вместе проходили всякие конкурсы и сплотились, мне кажется, в нашей группе. Мне очень посчастливилось поучаствовать именно в такой программе. И когда я буду уже начинать учиться с 1 сентября, я буду знать преподавателей и буду знать о том, куда я могу пойти, о студсовете и о разных других студенческих организациях. Все шикарно, мне очень понравилось мероприятие. Прям зажигательно, весело. Студсовет очень сильно постарался, чтобы угодить студентам.